Юрка, зря эту песню сочинил. Зацени. Слушай сейчас, как со словами. Белые розы, белые. У них не было детства. Значит, группу решил сколотить? Раз такое возможно. Возможно все. Надо только придумать как. Михаил Сергеевич, да. А можно с вами сфотографироваться? Слушаю вас, Михаил Сергеевич. Дело касается моего племянника. Все прекрасно, Михаил Сергеевич. Все очень довольны. Они зарабатывали миллионы. Вот ваш вагон, магнитофонные кассеты. Вот это успех. Вот это успех. А вот это деньги. Внимание, это Вероника Сергеевна, ваша учительница. Чуриха. Да вы что вообще? Привет, Олимпийский! Они хотят сладкой жизни, безнаказанности и вечного праздника. С 5 по 8 Ялта, с 9 по 11 Улан-Удэ. Ребят, мы только что заработали свой первый миллион. Как там у нас с ласковым маме? Не жирно ли? Сколько ты получаешь за концерт? По-разному. Ну вот от этого по-разному 50%. Зря ты это. Зря. Дай рюкзак. Ты с ними в доле? С ними все в доле. Ставьте чайник. Нужно быть так быстро. Где вы? Что у меня? Завтра сам он попой! Нас больше нет. Я хочу петь! Просто петь! Только одна правда. Ласковый мальчик. Да в жизни не слышал ничего тупее, чем ваши песни. Ну так теперь-то все. Чего ж ты плачешь? Да потому что этого больше не будет. Никогда. А вы знаете, что я вам скажу? А мне понравилось.